Пища богов или черное золото. Так иногда называют любимый всеми шоколад. Помня о его полезных свойствах, 20 лет назад, в 95 году, в России впервые был проведен День шоколада. В Губкинском этот праздник не остался незамеченным. Сотрудники централизованной клубной системы пригласили в Олимп маленьких горожан. Для них провели конкурсы, по окончанию которых, конечно же, не обошлось без сладких шоколадных призов. День шоколада сегодня всем присутствующим, вне зависимости от их возраста, от их принятия и участия в любой игре, они будут, да, символическими шоколадками граждан. Современной наукой установлено, что темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов, гормонов счастья, и улучшают настроение. Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает противораковым эффектом и способен замедлять процессы старения. О пользе этого продукта знают и маленькие участники праздника. Горький шоколад полезен для ума, а молочный шоколад, он просто очень вкусный. Когда я ем шоколад, я всегда понимаю, что в завершении праздника ребятам и их родителям показали фильм про шоколадную фабрику и напомнили, что пользы от этого лакомства не будет, если им злоупотреблять. При поедании шоколада нужно помнить о мере.